Столице Йемена жертвами авиаударов арабской коалиции стали 6 человек, ранены более полусотни, в том числе 2 россиянки. Вот что нам рассказали в посольстве России. Сегодня йеменский телеканал «Аль-Масира» сообщил о 2 пострадавших россиянках в результате массированной бомбардировки центральных районов САН. Данные сведения были проверены временно находящимся в Рияде аппаратом Роспосла в Йемене. И, как выяснилось, россиянки получили легкие ранения, в основном от осколков стекла. Гражданка России Шамс Аль-Нуайми и ее дочь Лаян. Их жилой дом был полностью разрушен в результате попадания ракет. Россиянки были немедленно доставлены в госпиталь и после оказания медицинской помощи отправлены к родственникам. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.